Они здесь, они здесь! Они здесь? О чем ты, Жозе? Мои помидорки! Отлично! Ну что ты будешь из них делать? Добавлю в пиццу с пепперони. Она моя любимая. Круто! Я люблю пиццу. А кто не любит? Тогда вперед! Наше тесто для пиццы готово. Его нужно раскатать. Тесто для пиццы готово. Сейчас все будет как в пиццерии. Ох, Жозе, я покажу, как надо. Так ты же сделал крыше пиццу. Только не это. Пицца со вкусом, Жозе. Извини, Жозе. Теперь начинка. Вот помидоры. А теперь главный ингредиент. Пепперони! О нет, у нас нет салями. Как мне приготовить пиццу с колбасой без колбасы? Тише, Жозе. Есть и другие варианты, такие же вкусные. Вроде пиццы со свеклой. Я не хочу свеклы. А пиццу с арбузом? Нет. От этого точно не откажешься. Пицца с фасолью. Какая гадость! Я хочу пиццу с салями. Жозе, это все, что у нас есть. Придумал. Я выращу салями. Постой, Жозе. Салями не растет на деревьях. Та-дам! Это пицца с почти салями. Пицца с помидорами? Да, салями не растет на деревьях, но почти салями растет. Ух ты! Это очень вкусно! Я в восторге от пиццы с почти солями. Я испеку еще одну по рецепту Жозе.